Давай знакомиться, меня Саша зовут. Сережа. Сергей, смотри, задаем 5 вопросов по географии. Отвечаешь правильно на 5, получишь от нас 200 рублей. Готов? Да. Бля, я так руку держал. Сейчас пересниму, подожди. Знакомство, короче, не будем мы знакомиться. Все, ты, ну, ты все понял, да? Да. Первый вопрос. Какая самая большая пустыня в мире? Сахара. Сахара? Да. Точно? Да. А насколько она большая? Самая большая. Вот прям самая большая? Да. Ладно, второй вопрос. Самая населенная страна в мире? Китай. Бро, у нас были подсказки даже для тебя. Ты сразу отвечаешь тогда? Нет. Просто сразу отвечаю. Ну, ты знаешь ответ, да? Ты уверен? Да. Не Индия? Нет. Ладно. Молодец. Молодец. Так, а какой там третий вопрос? То я по музыке привык. У нас по музыке был вопрос, с чего начинается улыбка. Самая маленькая страна в мире. Есть у тебя подсказка другу, но ты звонить не будешь, у тебя шары в руках. Сейчас. Еще 30 секунд ждешь, я шар забираю у тебя один. 15 самая осталось. Страна. Говори только в микрофон. Не помню. Буква В первая. Ну я запомню, что В первая. Я хочу, чтобы ты победил. Я чую, что никто не победит. Буква В. Ватикан. Ватикан! Да. Блин, бро. Ну подумай еще. Стоп. Ну да, Ватикан получается. Получается Ватикан. Ну что ты сразу путаешься? Четвертый вопрос. Какой четвертый, Ань, вопрос? Ань, забываю вопрос. Вообще легкий. Ты ответишь. Ну, это посложнее, но он легкий. Столица Мадрида. Мадрида? Бро, если ты тут не ответишь, будет стыдно. Медведь, отвечай. Давай. Не знаю, честно. Первое М. Нет. Бро, это и есть столица. Мадрид. Мадрид. Мадрид это столица Мадрида. Наверное. Ну давай вот точный ответ. Вот Мадрид это столица Мадрида, правильно? Да. Неправильно. Ну, я так и знал. Мадрид это столица Испании. Ну. Мы это, знаешь, поставим, типа, режим ожидания у тебя будет. Пятый вопрос. Я тебе даже подскажу. Вот если вот выговоришь правильное, не знаю, мы тебе засчитаем правильный ответ. Короче, 4 самых больших острова. Подсказка. Вот выговариваешь сейчас правильно, вот правильный ответ будет. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кусю. Хоккайдо, Хусю. Сикоку Кусю. Давай еще раз. Хоккайдо Хусю, Хусоку Кусю. Да никто не может их выговорить. Хоккайдо Хунсю, Сикоку Кусю. Хоккайдо Хунсю, Сикоку Хусю. Красавчик. Вот я тебя поставлю, что ты первый мог выговорить. Но первый не подставлю момент. Блин, бро, ты проиграл. Как ты с Мадридом так мог за... Смотри. Если сейчас запись плохая, мы переснимаем. Я тебе...